Проекты, направленные на помощь врачам, продолжаются в столичном регионе. Свою лепту сюда вносит автотранспортное предприятие «РанТранс». Как и во время первой волны эпидемии, они перевозят врачей на вызовы к пациентам, а также доставляют медиков на работу и домой. Сегодня к люберецким врачам водители микроавтобусов приехали не с пустыми руками. Свежие фрукты для поднятия настроения и иммунитета. Полезные угощения медикам сегодня нужны как никогда. После недолгого затишья они снова на передовой борьбы с инфекцией. И это лишь маленький знак благодарности за нелегкий труд. Сегодня мы запланировали фрукты. В дальнейшем будем, естественно, думать и проводить другие мероприятия. Такая акция – небольшое дополнение к основной помощи, которую оказывают медикам представители компании-перевозчика. Ежедневно около 50 автобусов с водителями в распоряжении врачей. Инициатива принадлежит Министерству транспорта и Министерству здравоохранения Московской области. Они с нами работают с 8 до 23 часов в будни, включая и выходные дни. И после смены развозят даже врачей по домам. Мы выражаем огромную благодарность, говорим искреннее спасибо. Помощь в транспортировке врачей оказывают во всех больницах и поликлиниках округа. Приятный бонус в виде фруктов сегодня получат все люберецкие медучреждения. Мы понимаем, насколько колоссальная физическая и моральная нагрузка сейчас легла на плечи врачей. Поэтому от лица компании мы решили выразить такую благодарность. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.